Привіт всім любителям спорту! Сьогодні наш тренер з йоги Лариса Фомченко підготувала комплекс вправ, які будуть корисними для тих, хто хоче схуднути. Добрый день! Сегодня мы представим 6 йога-асан, которые помогут вашему телу похудеть, подтянуться. Но самое главное – это принять свое тело таким, какое оно есть, и позволить себе принять эти позы. Разворачиваемся вдоль коврика. Первое упражнение, которое поможет нам уплотнить форму тела, это березка. Из этого положения опускаемся сначала на локти, затем нижняя часть туловища, мягко выкладываем спинку от нижней части туловища. И лопатки вдоль спины и пола. Хорошо. Теперь, опираясь на локти, плечи, приподнимаем грудную клетку и лопатки к тазу вдоль пола. Такой шаг лопатками к тазу. Опираясь на лопатки и плечи, поднимаем таз, выталкиваем стопы вверх. Стойка на лопатках, березка. Это упражнение или эту позу мы помним все из самого детства, из нашей школьной программы. Хорошо. Отлично. Отлично. Теперь локти и макушку растягиваем вдоль пола в противоположных направлениях. Очень важно, чтобы горло было свободно. И вес тела, то есть чуть-чуть выпрямляя тело, стопы отводим назад, так, чтобы вес тела, давление веса тела ощущалось на лопатках и плечах. Прямые ноги можно было опустить либо стопами на стеночку, либо пальчиками в пол за голову, удерживая спинку прямой. Так, стопы на стеночку, и если можно еще, можно до самого пола. И тот, и другой вариант, но всей стопой. И теперь выпрямляем руки вдоль пола за спиной. Как можно уже локти складываем кисти рук в замочек. Когда мы складываем замочек, большие пальчики складываем параллельно друг другу. И теперь начинаем такое втягивающее напряжение в локтевых суставах, так, чтобы плечи развернулись поуже между собой, локти. Хорошо, такая уверенная опора на всю длину рук. Направляем напряжение таз вверх и пяточки от таза. Хорошо. Тож регулярне виконання цих зовсім нескладних вправ допоможе вам завжди залишатися в гарній формі. Принимайте своє тіло таким, какое оно есть. Самое главное – это хорошее самочувствие. Тогда вы можете свернуть горы даже простыми упражнениями.